окажись в гостинице «Савой» на Сейшелах. Это самое подходящее место для райских каникул на теплом океане. Деньги. Высококлассный сервис и гостеприимный персонал располагают к приятному отдыху. Боже, в этом пентхаусе действительно можно потеряться. Две спальни, огромная гостиная, кухня. Ну, в общем, я считаю, что это идеальное место для отдыха большой семьи. Но главная особенность этого номера – огромная терраса с джакузи. Только представьте, в каком комфорте можно наслаждаться пейзажем над Бувалоном. О, красота! Я выбрала лобстера на гриле и не прогадала. Местный шеф знает, как порадовать своих гостей. Быть на Сейшелах и не попробовать лобстеров, я считаю, это просто преступление. Поэтому Савой в своем ресторане Пескадо предлагает несколько вариантов приготовления этих прекрасных морских обитателей. Савой спа – идеальное место для релакса. Местный хамам, сауна, гидромассаж прекрасно расслабят напряженные мышцы. А балийские массажистки снимут любую усталость с помощью 9 разновидностей массажа. В центре Савои находится самый большой бассейн на Сейшелах. Но проделать такой путь и довольствоваться одним бассейном – настоящее преступление. Тем более тут один из самых комфортных пляжей на всем Бувалоне. Чистый песок, отсутствие кораллов и теплый Индийский океан таки манят. Любители сноркелинга могут понырять и увидеть коралловый риф буквально в 300 метрах отсюда. Много лет назад это место служило стоянкой для пиратских кораблей. Ну а сейчас тут расположен шикарный отель «Савой», который стал настоящей жемчужиной сейшельского гостеприимства.